В Казахстане создано общереспубликанское общественное движение в поддержку инициатив президента Касым-Жомарта Токаева. Формат такого объединения предполагает простоту, эффективность и возможность любого гражданина присоединиться и поддержать реформы, озвученные главой государства во время послания народу Казахстана. Сегодня общественные и политические деятели, представители бизнес-сообщества и лидеры общественных организаций встретились в Алматы и обсудили повестку дня. Одна из самых главных проблем, я считаю, всех наших реформ за последние 30 лет – это ее реализация. И бизнес является практиком. Мы как практики хотим помочь в реализации данных реформ. К слову, все члены движения активно вносят предложения по реформам и планируют стать частью общественных советов страны, чтобы контролировать ход их исполнения. При этом каждый из участников представляет разные сферы. Бизнес заинтересован в корректных, правильных реформах. Бизнес заинтересован в том, чтобы исполнение поручений и сами реформы действительно находили какое-то практическое применение.